Должен вам признаться, пусть и каждый год Лига чемпионов возвращается и начинается по новому. Но что, они сегодня решили сыграть в агрессивном стиле и забрать мяч себе с первых минут. Если соперник на то согласится, в чем я, конечно, сомневаюсь, под высоким прессингом играть сложно, но можно, если к тому быть готовым заранее. Так что посмотрим, кто лучше изучил соперника перед игрой. Нам показывают состав команды гостей. Ну вот мы видим тактическую схему. Что думаешь, Константин? Исход этой встречи во многом будет зависеть от действий футболиста на позиции 10 номера. Должен вам признаться, пусть и каждый год Лига чемпионов возвращается и начинается по новому. Но что, они сегодня решили сыграть в агрессивном стиле и забрать мяч себе с первых минут. Если соперник на то согласится, в чем я, конечно, сомневаюсь, под высоким прессингом играть сложно, но можно, если к тому быть готовым заранее. Так что посмотрим, кто лучше изучил соперника перед игрой. Нам показывают состав команды гостей. Ну вот мы видим тактическую схему. Что думаешь, Константин? Исход этой встречи во многом будет зависеть от действий футболиста на позиции 10 номера. Должен вам признаться, пусть и каждый год Лига чемпионов возвращается и начинается по новому. Но что, они сегодня решили сыграть в агрессивном стиле и забрать мяч себе с первых минут. Если соперник на то согласится, в чем я, конечно, сомневаюсь, под высоким прессингом играть сложно, но можно, если к тому быть готовым заранее. Так что посмотрим, кто лучше изучил соперника перед игрой. Нам показывают состав команды гостей. Ну вот мы видим тактическую схему. Что думаешь, Константин? Исход этой встречи во многом будет зависеть от действий футболиста на позиции 10 номера. Должен вам признаться, пусть и каждый год Лига чемпионов возвращается и начинается по новому. Но что, они сегодня решили сыграть в агрессивном стиле и забрать мяч себе с первых минут. Если соперник на то согласится, в чем я, конечно, сомневаюсь, под высоким прессингом играть сложно, но можно, если к тому быть готовым заранее. Так что посмотрим, кто лучше изучил соперника перед игрой. Должен вам признаться, пусть и каждый год Лига чемпионов возвращается и начинается по новому. Но что, они сегодня решили сыграть в агрессивном стиле и забрать мяч себе с первых минут. Если соперник на то согласится, в чем я, конечно, сомневаюсь, под высоким прессингом играть сложно, но можно, если к тому быть готовым заранее. Так что посмотрим, кто лучше изучил соперника перед игрой. Должен вам признаться, пусть и каждый год Лига чемпионов возвращается и начинается по новому. Но что, они сегодня решили сыграть в агрессивном стиле и забрать мяч себе с первых минут. Если соперник на то согласится, в чем я, конечно, сомневаюсь, под высоким прессингом играть сложно, но можно, если к тому быть готовым заранее. Так что посмотрим, кто лучше изучил соперника перед игрой. Должен вам признаться, пусть и каждый год Лига чемпионов возвращается и начинается по новому. Но что, они сегодня решили сыграть в агрессивном стиле и забрать мяч себе с первых минут. Если соперник на то согласится, в чем я, конечно, сомневаюсь, под высоким прессингом играть сложно, но можно, если к тому быть готовым заранее. Так что посмотрим, кто лучше изучил соперника перед игрой. Должен вам признаться, пусть и каждый год Лига чемпионов возвращается и начинается по новому. Но что, они сегодня решили сыграть в агрессивном стиле и забрать мяч себе с первых минут. Если соперник на то согласится, в чем я, конечно, сомневаюсь, под высоким прессингом играть сложно, но можно, если к тому быть готовым заранее. Так что посмотрим, кто лучше изучил соперника перед игрой.
Ну что же, первый групповой матч начинается, а вместе с ним и новый сезон Лиги Чемпионов. Знаменательное событие для всего футбольного мира. Сильнейший клубный турнир стартует здесь и сейчас. Неточная следует передача, и команда теряет мяч. Есть вариант развития атаки. Аут, но до штрафной рукой подать. Посмотрим, как они смогут разыграть этот стандарт.